Здорово, покажи, блядь! Как дела, нахуй? Да бог тебе все зазрывает. Это тебя на самом деле какая, а? Поменялась как. Сейчас, да, конечно. Ну-ка покажи там, пробушка, смотри. Нормально. Бля! Груди женские, ты прячешь немножко? Опа, ты да ну чё ты? Ребята, ставьте лукасы, кто поддерживает рыжего, видите, какой рыжий, блядь. Вот это мужик. О, Танька охуела такой, блядь, напора, блядь. Так подожди ты, блядь. Полтинник должен. Полтинник, погоди. Танька проснулась, так у тебя полтинник должен. Я был, ну это, ну, на что? Брат родной, я проснулся. Да он же не падал. Ну он там. Заливчик. Да хуя, блядь, до лифчика-то, блядь, схватиться за что можно. До лифчика добраться надо еще. За ноги. Как ты рыжий, помнишь, сказал? Даму, блядь, одну говоришь, трахаешь, другую за пизду держишь, блядь. Помнишь, что сказал? Ну, это бывает. Это не шататься. Так охуела, вот такой рыжий, блядь. Там любовь. Любовь была? Да, любовь. Блядь, родной. Я просто спал. Ты можешь не подбиться, ты рад послушай. Вот, смотри, я спал вот такой же, но я просто спал в квартире на диване. А у них... Брат родной посмотрел на Танька и спать. А куда мне деваться? Блядь, поскольку кого зовешь? Ну и понеслась душа в рай. Ну, правда. Правда, Тань, получилось-то как? С одной сплю. Она, во. Я пошла в ванну. Ну, мамир опять жили. У меня двухкомнатная квартира, ну, мама. А меня все было, ну, пока не подсадили. Я говорю, иди вон, блин. У них там драка началась. Нет, ну я все понимаю, ну там, и царапать, за волосы друг друга, это самое, под, ну, потаскать. Ну, вот трех... Я не упала, что ли? Нет, нет, ну, трех, нет, ну, просто за талию можно. Талию можно, видишь, блядь, это тихо рыжий. Ну, вот. Банки трехлитровые в голову друг другу долбить, вот это уже было чересчур. Да. Я как начал там на них подниматься, я говорю, вы что, охренели? Мне давай тебе приятно. Ну, ладно, давай приятно. Рыжий сегодня, блядь, разговорщик такой, блядь, его хуй остановишь, нахуй. Да. Чирикает, 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 чирикает. Не-не-не-не-не. Самое главное, мне по крыше уже не надо больше ползать. Да? Да, телевизор отремонтировал. А тебе до дома-то далеко? Да я довезу его. Ну, сейчас я довезем, потом его довезем. Даже не переживает, нормально все. Даже если так... А вы эту-то выпили, да, большую эту такая была? Сиська, бутылка пива? Ага. Выпили они, приехали сегодня? Все, нету ее больше. А вы сколько пили? Два дня. Мне, блядь, я не знаю, на сколько пили. Два дня и все. Это-то ерунда еще. У меня с пол этого забыл. Че, не это, не кислое было? Нормально уехало, ага. Только так. Да, брат родной? Там, наверное, у вас вообще много, да? Никого не звали? Пут, уехал. На брата родного кашляни. Вот, блин, просто... Все, блин, дядя, я не просто... Вчера я его нажрался, а не смог. Я хоть болею, не чеснок не буду. Не, ну я там все так чё. Брат, ну это что, вставать-то будешь, нет? Ну, да жопу-то отморозить уже, в конце концов. А где Дань? Сегодня утром встал? Когда такой батут у него, надувная тут такая прямо. Его как будто надуло, да? Надулся? Надулся. Матросовки, знаешь такие, ну, надувные, ну, спасательные. Угу. Вот их. Ну, раз тут-то тепло, а там-то все открыто. Ничего не замерзнет. Нормально будет, не обращай внимания. Конечно. Да? Да. Рыжего не то курить не идет, нахуй. Борода. Я хоть покурю, да хоть спокойно. Сейчас домой приедешь опять. Улыбчивый парень. Улыбчивый. Не улыбчивый. Веселый. Он веселый, но. Он драться хочет, но не может стать. Да. Ложитесь со мной, драться будем. Он в лежачем положении умеет драться, да? Брат? Ты мастер порта по карате? Ой, вот
там и боксер, и мастер по карате. Кто только не. Так, поебай. Поебать, блядь. А что изводить-то, блядь? Ну, я схожу за стенку. Ну, конечно. Давай, блядь. Ну-ка, давай быстро пельмени съешь. Давай, я тебе сам угощу. Не трогай, я тебе так угощу. Давай. Давай быстро съешь его. Давай за меня, за брата родного съешь. А то, блядь, нихуя не жрешь, блядь. Че, Силка? Так еще дай его весь. Дай весь, блядь, быстро. Чтобы тебе спалось лучше, блядь. Дай его. Вот все, блядь, ешь, блядь, молодец, нахуй, вырастешь, значит. Давай весь дай, нахуй. Чтобы я чешу. Давай е. Ох, это что-то с чем-то. Не. Давай ешь. Давай, потом. Не надо. Вон за твою барышню такая ухаживает. Я закусила уже. Давай, блядь, брат одной. Ну как у меня? Как у меня Ренат говорил? На дорожку. Дождь, смотри, как омывает прямо. Угу. Лучше, чем это, скажи мне. Да. Правильно, это же не по крыше бегать. С этими антеннами. Да нет, где машины-то моют? Там. Блин. Все, брат родной, пельмень съел, блядь, да. Все. Да. А, все, это здоровье появилось. Не, он, сила появилась. Я. Видите, ребят, я что, я Пашкины пельмени делают. Давай, давай, поднимайся, давай, раз. Ребята, хикали, Виктор Викторович, спасибо огромное, хикали делают, блядь, свое, блядь. Да, сразу здоровье. Здорово. Смотри, хикали съел одну, и все, поднялся на. Давай, брат родной, мы за тебя. Давай, брат родной, вставай. Давай. Вовка, давай, поднимай задницу свою. Сейчас, ребят, поднимет нахуй. Хули, пельмень дает о себе знать нахуй. Да. Чудо пельмень нахуй. Дай руку ему. Давай. Таньки нельзя, у него ногти, блядь, дух сломается нахуй. Да. Все, брат родной, блядь, воскрес нахуй. Блядь, добрый вечер, дорогие. Ой, так он вообще пьяный. За стеной держись. Все, все, живой нахуй, брат родной. Все, брат родной, видите, блядь. Бум. Ой, интересно. Танька делает чудо, блядь. Видите, мужики-то, блядь, стоит нахуй из-под этого нахуй. Лежал, встать не мог, Таньку увидел, все нахуй. Ты наливай поменьше. Ну, вот внутри тебе надо, вот так вот. Да, конечно, сейчас. Вот там свою бутылку берем, вот так вот. Ну давай, брат родной, за подъем нахуй, из глубины, из бездны. Угу. Он тоже водит машину, что ли? Не, просто его. Давай, брат родной, блядь, паскудник. Встал, блядь, кто чего не обосялся, блядь? Нет, вроде, блядь, не обосался. Да нет, там под жопой нихуя нормально. Так ну все как ходит. Это самое, если что, тут мокрое. А мокрое что? Конечно, ты что не видишь. А, ну все, значит, насел. Ну так, конечно. От сука, брат родной, паскудник, блядь. Ладно, видишь. Ты что, блядь, брат родной, сука, обосался, паскудник? Вот, блядь, паскуда, говорит, нет, блядь. Вот так вот, ребята, блядь, сука. Вовка такой письку достал, если что, он второй раз поссал. А я даже достать не мог письку. Ну что, планы какие будут? Сейчас? Сейчас покатимся. Да, я в следующие выходные не в воскресенье приеду, в субботу к вам приеду, часиков 3-4 приеду к вам. Ну. Что, не пойдем, решим там. И давай в живое состояние приходим. Тань, ну, бороденка сегодня у меня отпадет. Да. Чё, на самом деле, брат родной, обоссался паскудник, блядь, и стоит смеется, блядь, от сука. А чё, письку ты не мог стаскать, что ли? Письку-то что, не мог стаскать к стене? Ну, не в состоянии человечек. А, да? Не в состоянии, не нужно. Дай, блядь. Состояние, нестояние. Угу. Дай, быстро, блядь. Вот, блядь, пить-то пьет, а сука, жать. Да вообще, что-то как-то. У него что, фонарик, что ли, висит, да? Да. Но который не работает, да? Ну это сегодня фонарики с чердака стаскивали у нас. И те на электричестве там у нас. Стройка.
Ай, что задумалась такая? Рыжий, раз, подсали. Чпак-чпак, стык, подшумок. Таня в окопье, другие заняты. Заняты всегда были. Вот что прическа сделала Станюшка, блядь. Все, блядь, рыжик. Ну, я была одна, сейчас совсем другая. Имидж. Ничто, жажда, все. Вот, Таня, знаешь что? Вот мне нравится, когда ты смеешься. Да. Это очень хорошо. Это очень... Даже бутылки падают, видишь что? Ну, она закрыта, не носит, да? Конечно. Да, да. Ворот родной, смотри. На Таньке взгляд. Да, да. Блядь, что они одурели тут, блядь, от Таньки. Ну, понимаешь, ну, там, где или Васька называют. Ну, да, конечно. Ладно, хорошо. Вначале, ну, вот когда начнется. Вальс, я умею, мы в школе учили вальс танцевать. А там, да. Ламбаду. Ламбаду я тоже умею. А ты, брат, родной, умеешь танцевать ламбаду? Нет. Вот когда... Тань! Ой, сейчас знаю. Я же с тобой разговариваю. Тань, вот смотри. Вот когда танцы у нас в Дворце культуры начнутся, мы пойдем. Зажигать. Да. Зажигать. А что, мы с тобой первое место займем? По-любому. Как начнем. Брат родной, блядь. И все. Это будет что-то с чем-то. Да. Такую кашу малашу заварим с тобой. А что? Да? Не, Тань, подожди. А что? Да и хрен. Как мама у меня говорила. Хочешь женщину в свою сторону развернуть? Да. Веди себя. Так? Так оно. Ну, и вот так. Я говорю, мама, как так тебе так? Да, вот так? Ну, веди вот так себя. Вот так. Чтобы она, говорит, тебя чувствовала, чтобы ты ее чувствовала. А остальное не имеет значения. Не грызи ногтик. Я не грызу, ты что, такие-то... Заработал, Тох? Сейчас, Антоха, не торопись. Не, едем скоро, поедем. Все хорошо. Сука, брат родной, блядь, засанчик. Невеста. Невеста. Да, конечно, да. Нет, это как-то вот так было. Нормально было. Да. Чего, да? Вот это будет это. Да. Вон еще баночки валяются. Надо все. Да, ну, брат, родной, потом банки собери. Да, все причем. Да. Нормально. Ну ты наклюкался так-то. Молодец, отличился. А что ему стоит? Что, даже рюмки хватит? Мне кажется, да? Так, карие глаза. Да. Сколько? Сколько стоит? Сколько не стоит? А, не серьезно. А что мы такие? А у меня другие глаза. Что, нормально. Нам-то можно чокаться. Да. Чокаться только нельзя, когда любимый человек. Ну, это... За любимым ты должен всегда. Ну, это Таня, да. Ну, это вот такая штука, такая. Да, голубоглазик. Ну, это не шататься, я же не виноват, я единственный такой. На рыцаря похож, как будто рыцарь, ребята, похож. Да. На рыцаря, ребята, раньше рыцари ходили, блядь. Не, это... Если по истории читать... У него, что ли? Не. Лежит постоянно так. Пока. Если по истории читать, то... Крестоносцы. А, да, крестоносец, точно. Крестоносцы. Крестоносец? Брат родной. Да. Крест во всю спину тебе. И меч. Ну, который хрен поднимешь. Ну, там такие сабли были. Ну, я историк-то. Я как бы, ну, я хоть... Брат родной, мы пошли. Танюш, ты что там? У меня живая. Да. Ну что, пошлите? Да, пошли. Пойдем, Танюш. Все, ребята, мы пошли. Аккуратно. Аккуратно веди ее. Брат родной, пока. Пока? Да. Увидимся? Ну да. Чё, говоришь? Да. Всё, покушать заберёшь потом, ладно, здесь? Да. Слышь, брат родной? Да. Ну, посмотри на меня там. Да. Давай, отлежишься, потом пойдёшь домой, хорошо? Да. Водка есть у тебя? Пиво есть, пиво, банки заберёшь, пожрать. Всё, брат родной, сигареты у тебя здесь, 100 рублей у тебя в кармане, слышишь? Да. Всё, мы ушли? Да, брат? Пока.
Ребят, ну, поехали, сейчас проедемся по городу еще, может, бульдога съемся. Ну, хуй тут уже, как бы. Ну, не найдем бульдога, развезем. Пошлите, пошлите. Поедем. Сейчас бульдога, что-то Танюшка бульдога захотела увидеть прямо, блядь, говорит. Поедем, посмотрим. Блядь, ну рыжик, блядь, это рыжик, блядь. Вот это рыжик, блядь, пыжик нахуй. Так, блядь, рыжик, ухаживает, ёпс, туда, блядь. Танюшка в лосинах, блядь. Рыжий, блядь. На волю, боже, господи, боже мой. О, блядь, рыжий, опять наша. Чё? Да ладно, что ты сейчас? Машина. Танюш, по краю, вот, по краю сейчас вымок. Ой. А прически прикинь. Ребята, брат родной там что-то собирает потихонечку, вещички. О, блядь. Дига. Так, рыжий, здесь тихонечко спускай ее на Танюшку, блядь. О, ну, я знаешь, я кувырком тут покручусь. Да, рыжий, рыжий не позволит нам. На жопе я под малом. Вот тут все, штаны-то новые, блядь, просто такое. Ногти тоже. Тихонечко. Че, да, ногти, там главное ногти, блядь. Прическа. Ногти. Вези, блядь, вот так вот, нахуй. А, все, блядь. Брат родной, чао, какао. Все, ребятушки, едем в машине, едем искать бульдога, нахуй. Бульдог, дай глоток, нахуй. Да? Да, едем. Все, посмотрим. Танька хочет удивить бульдога своей прической тоже, чтобы ни одного рыжего, блядь. Отцы. Сейчас поехали, ребята, искать, нахуй. Ходи, тоже. Прорядили, да ты чё? А, блядь. Сейчас будешь сюда постоянно хни. Все, да? Все, блядь. Да-да-да, рыжего, смотрите, ребята, очки подарил. Павел Васильевич, не Павел Васильевич, щедрый, блядь. Опа! Опа! Фраер, блядь! Нихуя фраер, блядь, смотри, фраер какой, блядь. Японский бог, блядь. Только тебе пофоткаю. О, рыжий фраер, приехали голуби, ребят. Посмотрим сейчас, голубь здесь, не здесь, блядь. Блядь. Не, у них нет собак. У него сгорел же дом. Вот, нихуя себе разберись. Так, ну дверь прикрыта, нахуй, что там? О, блядь, живет не живет. Не, он дымок горел уже, нахуй. Нет, тут, наверное, никто не живет, ребят. Нет, кто-то ест, блядь, что-то ел, нахуй. Что-то капуста квашеная, что-то, что-то грибы, блядь, ребят. Магнитофон, нахуй. Голубь! Голубь! Че они там опять не могут? Пиздец какой-то. Ребят, все бежит нахуй. Крыша, блядь. Магнитофон нахуй. Ну нахуй это винтик. Голубь! Так, да, тут кто-то спит нахуй. Бывает. Ну, ребята, живут они здесь? Живут, блядь? Это рыжий, блядь. Вот так вот рыжий, блядь. Да не, у меня там полностью дома. Да, конечно, вот. Голубь! Андрюха! Так, это не веранда. Кроссовочки, мышка. Вот так вот, ребят. Нет, ну все, ладно, ребят, поехали. Сейчас, наверное, Таньку увезем сначала. Потом рыжика, нахуй. Ну тут ржут, приходят, блядь, ребят, как вот. Ёпсы, да, блядь. Ребят, ужасы, ужасы. Охуеть. Как вот, ребят, блядь. Сейчас иду. Что-то кушали, блядь, грибы, блядь. Пиздец, ребята, блядь. Вот такие дела. Даже так что-то и... Даже посмотришь, так лучше, блядь, в бомболюке жить, нахуй, чем, блядь, здесь, нахуй. Чё, рыжий, поехали! Все, ребят, поехали сейчас Вовчика. Вовчика увезем. А, сейчас Танька увезем сначала. Вот, ребята, вот в такой ситуации, конечно, лучше жить в бомболюке, нахуй, чем, блядь, в таком доме, блядь. Ну что делать, блядь?
Где у нас Антонюшка? Танюшка, блядь. Танюшка, режиссер, режиссер, про что про скелеты рассказываешь? Про скелеты. Скелет! Че? Ну, труп человеческий. А человеческий труп. Лег спать. Ты спал? Хорошо, не оживились нормально. Косточки. Нихуя себе рыжий, блядь. Ты, ребята, беспредельщик нахуй рыжий, блядь, видите, со скелетом. Нормально. Сейчас, ребята, Танюшку везем в больницу. Да, Танюш? А рыжий как Гимми. Тоху вытрезвитель, нахуй. Пахай домой, блядь. Следующий выходной. В субботу я приеду. Блядь, сейчас такой вытрезвитель там, блядь. Не вези меня, говорит. Сделай вытрезвитель, блядь. Вези меня хоть куда, только не вытрезвитель, да? Че, рыжий, говори, рассказывай. Ну, следующий выходной. Ну, что-нибудь, что-нибудь, как-нибудь, что-нибудь, как-нибудь. Если будешь у Димки в субботу, да, я приеду, тебя заберу, Таню, то сидим к вами в кафешке посидим. Ты сейчас вроде чистенький, ребята, его там сейчас пустят спокойно. Тане, может, мейкап сделаем. Да, Танюшка, она найдет, покрасим лицо ей. Ну, это брови там сделать, это брови, но накрасить. Ну, лицо, я бразды просто. Ну, а там что, губы? Мази там всякие, там крема. Я вон на сами брови свои разбил, и все. Ну, это ты. А что, блядь, рыжему мейкап сделать? Губы накрасить, губы накрасить. Как она называется? Примерный магазин еще открывать. Вообще. Все, рыжий, сейчас баньки, блядь. В баньку пойдет, да, рыжий? Так вот, блядь, рыжий помоется в субботу, чистенький, нахуй. Танюшка, блядь. А какая, блядь, тетя Мотя такая важная тетя стала. Танюшка вообще пиздец. Она не тетя, не тетя. Тетя Мотя. На работе потеряла кошелек. Рыжик там, блядь, Таньку клеит вообще нахуй. Это очень хорошо. Блядь, занос кусает нам. Ну прям вообще. Ой. Вот что с Танькой, блядь. Стань, Танька, что там делает, прическа, блядь. Блядь, Рыжик, что там, блядь, паскудник, сука. Блядь, что творит, ага. Как его, пикапер, а? Пикапер, рыжий, но... Чё ты, говорит, меня нюхаешь? Кошка пахнет. Я тебя нюхаю. А что у меня вот такая? Как надо, так вот. Снимай сейчас, я Таню соберу. Чё, Таня? До субботы? Пойдём, я, блядь, помогу. Ой, блядь, это... Да, как за такой дамой не ухаживать? Так, Таня, всё взяла? Сигарет у тебя вон будет? Да. Вот видишь, я спряталась. Ты там пакет? У вас там целый шмор. Дай камеру. Давай, принцесса, выходи. Все взяла? Да. Блядь, смотри, это лосины, продушка. Ай, ты рыжий, там уже пощупает, блядь. Таньки, блядь. Тань, деньги не потеряй. Ну все, давай пока, до субботы, Таня, позвоним. Скажи всем пока-пока. Всем пока-пока, до субботы. До субботы, смотри, лосины. Сука, Танюшка, блядь, смотрите, что охуеть, блядь, а? Ай да, Танюшка, блядь, ай да, сукин сын, такая. Рыжий, блядь, слезу, рыжий, блядь, слезу пустил. Рыжий, в следующий раз ничего приедем, блядь, может, ты что-нибудь хоть пощупаешь ее, блядь. Ладно, всем, ребята, мы едем, Рыжика повезли сейчас. Димчик. Не-не-не, погоди. Ребятушки, привез Рыжика, нахуй, Рыжик, водку грузи. О, у тебя Рыжик, блядь, водки нынче, ебать мой хуй, блядь. Ну-ка, давай вот эту одну, блядь, на всякий случай оставлю нахуй. Вдруг кого-нибудь встречу. Тут где еще водка, рыжий? Так, сигареты. Ну, где где, блядь? Я сигареты? Покупал, блядь. Так, подожди, тут все, а тут больше ничего нет у тебя. Блядь. Все. Рыжий, пошли, выходи нахуй. Да я потом выкинем нахуй. Сокращение, чтобы через стол выйти, да и все, нахуй ты через это выходишь. Рыжий как из гостиницы не привез нахуй. Рыжий, в баню пошел, рыжий, да? Ну, вон, давай, пока. Давай, до субботы, рыжий, да, скажи? Все, не надо. Все. Все, рыжик. Ну что, говорю всем пока. Всем спасибо, да, до субботы увидимся. Все, рыжик, пошел рыжий с гостинцами пожрать. Рыжий, поесть, только убери в холодильник, бля, прошу, ладно? Уже еды, ешьте.
Все, давай, Рыжик, все, пока-пока. Давай, Димке привет там передавай. В субботу позвоню. На субботу жди меня, паскудник. Все, давай, иди, блядь, быстро нахуй. То сейчас еще съебется, блядь, паскудник. Все, домой пошел, все, загнали его нахуй, ребятушки, все. Подписывайтесь на мой канал. Пальцы кверху. Не забывайте про группу ВКонтакте, ребят. Это еще... О, еще сигареты остались, может там, ребята, сейчас кого-то встретим, поедем. А, водочку оставил я немножко. Ну все, ребят, подписывайтесь на мой канал. Пальцы кверху. Про группу ВКонтакте не забудьте. Хе-хе-хе. Вот такой удался был. Вот такая была неделя, ребят. Если понравилось, там въебали Лукас нахуй. От Лукасов будем, ребята, блядь, уже. Я вижу, когда много Лукасов, ребят, мне приятно это. Вам не трудно. Мне приятно. Тоха, что, пока-пока? Тоха. До свидания. Все, ребят, пока-пока.